Шипачев, здорово. Обратные передачи от Удела. И еще бросок Алиева, но вот с третьей попытки пробивает. Тут, конечно, более выгодные позиции для броска. Прямо напротив ворот Галиев находился и буквально расстрелял Александра Лазошина. Но нельзя, нельзя динамовцам давать большинство сегодня. Если игроки китайской команды это еще не поняли, то самое время это сделать. Да, динамовцы во второй раз в сегодняшнем матче реализуют большинство. Вот здесь мы видим, как динамовцам удалось вернуть шайбу в зоне соперника. Шипачев на Галиева. У Галиева есть пространство для того, чтобы бросить. Ну и располагался он, конечно, в классной позиции. Здесь Лазушин не сумел помочь своим партнерам.